Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Shades. Так, ну что, тут чувак прыгает, у меня 4 этапа, нужно его ударить и, скорее всего, завалить, в конце концов. Поэтому давай попробуем. Ну хорош, парень, выпендриваться. Перфект, естественно, по-другому и быть не могло. Если он думает, что... Так, культист Мистик. Причем, ребята, никакой заставки, ничего не было. Просто началось вот с такого расколбаса. Парень, хорош, отвянь. Да на тебе. На. Видимо, это обучающий, что ли, какой-то пока режим у меня. Так, третий поединок. Цицимитль, нифига название-то. Это место еще более странное. Не видел в нашем мире ничего подобного. Все это кажется нереальным. Должно быть, это наваждение. Осталось понять, кто его наслал. Так, мы сейчас узнаем с тобой, кто его наслал. Девушка, у вас в глазах на коленке. На коленке, на полу. На коленке, блин. Так, тень и тень. Голос в голове. Я опасалась, что ты растерял все боевые навыки, но, видимо, эти тревоги были беспочвены. Кто ты и чего ты от меня хочешь? Неважно, кто я. А хочу я пока только того, чтобы ты осознал, где ты. Это сон. И тебе нужно проснуться. Но как? Я победил всех, кого встретил по дороге. Это ничего не изменило. Ты ищешь врага совсем не там, где нужно. Что толку в победах над другими, если ты проигрываешь самому себе? Не собирайся самому себе проигрывать. Эх, я весьма силен, жаль. Да ну, брось ты. Иди сюда. Да ну. Ты посмотри, а. Ать! По попе-то. Та-та. Большим пальчиком. И я понял, почему я здесь. Теневая энергия. Она снова просочилась в мой мир? Я знала, что ты сообразительный. Может, тебе даже удастся спасти своих близких. Мэй, сенсей, что с ними? Если они тебе не безразличны, ты уже знаешь, что делать. Просто проснись. Акт первый. Рассеченные небеса. Очень интересно. Пока тень пытался вырваться из кошмара, жизнь в дозе шла своим чередом. Так, это у нас кто тут? Непонятно. Когда небеса раскололись... Проныра. Проснись, говорю. Подъем, теневая ты башка. Проныра, я почти что рад тебя видеть. А где все? Где Мэй? Почти рад он. Неблагодарный трутень. Я тут нас спасаю, между прочим. Я тут, и Проныра прав, у нас беда. В небе открылась дыра, и мы успели увидеть, как туда затянула сенсея. Это должно быть связано с теневой энергией. Я понял вас. Я вытащу его. А ну стой. Ты же не с голыми руками собрался лезть в дыру в небе. Проныра, будь добр, скажи, что ты не распродал все наше оружие. Где-то тут у меня припрятан сундук. Как раз для такого случая. А, вот он. Ну что ж, друзья мои. Глава первое. Пробуждение. Сенсей исчез в зловещем разломе, открывшемся в небе возле Додзи. Только тень может найти и вытащить его. Что мы можем сделать? Необходимо скачать данные. Скачиваем. Где-то тут у меня припрятан сундук. Как раз для такого случая. Ага, вот он. Так это мы уже слушали.
И что же мне тут? Простой сундучок доступен. Может содержать обычные предметы. Ножи обычные. Забрал, друзья мои. Забрал я ножи обычные. Так, экипируем тебе оружие, и можно будет спасать сенсея. Ну давай. Так, надеваем. У нас есть кузница, но пока мне туда, я так понимаю, рановато переть. Я покажу, куда исчез сенсей. Поспеши. Ну что, ребята, в бой. С этими нашими двумя ножами. Надеюсь, получится у меня. Так, ниндзя. Файт. Ой. Хорош, деточка. Да что ты... Готово, красотка. Теневая энергия нестабильная, хаотичная, и я чувствую, что она может сделать меня сильнее. Эти узлы энергии словно отголоски, нет, оттенки. Оттенки того, каким я был и могу стать. Нужно лишь потянуть руку, и любой из этих оттенков станет моим, и я стану сильнее. Что у нас есть? Минус 50% урона от критических попаданий. И мы не можем упасть. Здоровье увеличено на 10%. И по мере потери здоровья урон атак растет до 30%. Я думаю, что возьму вот это вот. Что я не могу упасть, и сами понимаете. Опять ниндзя. Но он, ребята... А чё я стою, любуюсь-то на него, а? Так. Ой-ой-ой. Хорош. Ах, сейчас она нокаутирует меня. На тебе, прям по шее, ребята. Ему как дал своим этим маленьким тесачком, а? Так, выбор оттенка. Вы восстанавливаете 15% здоровья в начале каждого боя. Вы получаете щит каждые 15 секунд. Я, наверное, перекус возьму. Еще один ниндзя. Иди сюда, хлобуда. Я с тобой хочу покончить. Раз и навсегда. О, а у меня здоровье-то... А у меня здоровье-то не восстанавливается, друзья мои? Сейчас вляпаюсь. Нет, я его грохнул. Так, жажда жизни. Каждый должен проиграть... Иммунитет к урону на 10 секунд. Так, атаки в блок наносят полный урон, а еще плюс 25 урона. Я, наверное, вот это возьму, ребят. Иммунитет к урону. Водоворот тайн. Раскрутить. Ага. 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 Никакой раскрутки не дано. Бесплатной халявы не будет на сегодня. И у меня очередной ниндзя. Ребят, но у меня здоровья-то уже нет, уничтожать будет. Я так долго не... Есть. Есть контакт. Так это что, нон-стопом что ли так и будет? Инстинкт выживания. По мере потери здоровья урон... Нет, не хочу. Каждое четвертое попадание в блок пробивает его с 20% урона. Крит урон повысим, ребят. Дело в том, что... У меня здоровье-то не растет. Хорош, я ему так сейчас... Ну, твою ж душегубку... Е-е-е-е-е-бой. Нормально так ему. Время разрывания. Каждые секунды атака пробивает блок и наносит 20% урона. Давай. Это пригодится, я думаю. А сколько тут вообще этих поединков-то будет? Сейчас доиграюсь. Мне здоровья не осталось, ребят.
Это у меня блок активировался, что ли, я так понимаю? Ща, как меня накумарит. Или я бессмертный, что-то не... Хрена не понимаю. Защитная фокусировка. Вы получаете щит каждые 15 секунд. Так, давай вот это вот. Так это так и должно быть? Я не пойму. Ниндзя-бастион. Я знаю только одно, что, ребят, здоровье... Здоровски, я потерял свои... Угу. Ай! Все. Упал я, ребят. А, тут 10 этапов. И это я хилку потратил, да? Так, с 7-го этапа начинаю, ребят. Ну, на фулл хп. Иди сюда, засранец. Хорош. Ах ты! К нему опасно подходить. А что это такое? Ураган какой-то? Да ты запарил, ты уже, слушай. А, я ему оружие выбил. Так дело-то в другом, ребят. Сейчас грохнет меня нафиг. Щит, щит, щит. Грейт. Грейт. Так, критический урон 50%. Вы мгновенно восстановили 30% здоровья. Давай, конечно, пир. Пир. 30% здоровья, блин. А как этот пир? О, сейчас как я ему полоснул, ребят. Твою налево, а кастрат. Е-бой! Красота! Щеглазадый, а? Так, вы получаете щит каждые 12 секунд. Здоровье увеличено на 20%. Давай вот так вот. Попробуем. Ребят, последний, по-моему, поединок, да? Мои раны заживают на глазах. Поразительное место и такое спокойное. Здесь у меня есть время подумать о том, что произошло. Эти оттенки, не видел ничего подобного раньше. Они усиливают меня, но каждый по-своему. Они как будто раскрывают то, что уже есть во мне. И некоторые из них сочетаются друг с другом, что делает меня сильнее. Я должен научиться правильно выбирать оттенки, если хочу выжить и во всем этом разобраться. Ага. Восстановили чуточку здоровья, я там смотрю. Ниндзя-бастион. А будет какой-нибудь магазин? Еще что-нибудь в этом роде. Хорош. Потерял, да ладно. Растерял ты, мужик. Фига у него удар. Блок. Б-б-б-б. Аж заикаться стал. Так, критический урон. Вы получаете щит каждые 9 секунд. Сенсей? А у меня хп нету, ребят. Сенсей, я нашел тебя. Не следовало, я не намерен возвращаться. Ты заражен теневой энергией, разве не чувствуешь? Вижу, поэтому я и остаюсь, мне открылось многое. Неважно, что там тебе открылось, хочешь ты того или нет, я тебя верну. Еще надо посмотреть, вернем ли мы его. Ай! А твоя-то защита где, хмырь? Да будешь ты, блин! Где я-то не по...
Есть! Да, неплохо для разминки. Какая разминка? Дед, какая разминка, блин? Щит пробил! Щит пробил, тварь, блин! Что это? Получить? Ты вернулся, что произошло? Я не уверен. На той стороне этой дыры враги. Я сражался с ними и проиграл. Я должен был погибнуть. Возможно. Тебе как-то помогло то, что раньше ты был, ну, теневым? Сомневаюсь. Но может, в этом замешана та женщина из моего сна? Кажется, люди называют это интуицией. Здравствуй. Приятно осознать, что получилось извлечь тебя из разлома. Полагаю, теперь я обязан тебе жизнью. Спасибо, но кто ты такая? Можешь звать меня Искательница. Да, это ближайший аналог на вашем языке. Но я не могу задерживаться. Твое извлечение потратило много моих сил. Пока могу сказать лишь, что мы еще встретимся. Тень! Тень! Что случилось? Ты как будто впал в транс или что-то вроде того. Все в порядке? Задумался. Я не могу надеяться на то, что в следующий раз снова смогу спастись. Я должен рассчитывать только на себя. Награды за первую покупку. Соверши любую покупку. Да, конечно. Лавка оружейника. У тебя есть все необходимое для того, чтобы улучшить снаряжение. Не будем терять время. Не будем. Так, улучшить. Максимальное улучшение сделаем. Так, ну, у меня нету ни брони, нифига, я бомж. Собрать. Глав. Так. Глава первая, 10 глав. О-о-о. Это я сколько прошел? Так, ключи. Но мне нужно 10 этап пройти, чтобы получить энергию и все остальное. Так, а вот ключ. Так, максимальное улучшение сделаем. Надеваем. А ключ, я так понимаю, для сундуков, да? Да. Давай-ка мы глянем. Легкая шапка. Я могу, кстати... Нет, не будем пока тратиться. Легкая шляпа, ребят, тоже я ее надеваю. 24 кп и 4 жизни. Слушай, я прям как рейдер сейчас. Рейден, бог молнии, да, из Mortal Kombat. Ну что, ребят, 10 этап. Получится у меня вальнуть сейчас, на конце концов, сенсей это этого. Я надеюсь, с него начнем. Нет, ребятушки, мы... Мы начинаем не с него, к сожалению. Но сейчас я их рублю как колбаску. Вы получаете щит каждые 15 секунд. В прыжке, ну, так. Давай. Блин, ну я вальну, ребят. Должен пройти. Перфект. Отличный. Так, критический урон. Я, наверное, вот это возьму, ребята. От крита и от падений. Так, ниндзя. У меня сразу же, ребят. У меня сразу же, блин. А ты что ж ты шмародилась-то? А ты пос... Да на ты... Пинка под сраку, правильно? Слушай, нужно это... Что-то со здоровьем делать, друзья мои. Давай вот так вот сделаем. Здоровье на 20%, но я не уверен, что это мне поможет. Ниндзя, вшивый ниндзя. Ай! Тихо, 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 сруль. Нормально. Блин, а что мне нельзя вот это вот? Во время действия щита вы наносите... Да ты чё? Школа Сюанью. Этой школе позавидует сам
Не знаю кто. Слушай, ну у меня не включен VPN, ребят, поэтому я не могу смотреть рекламу, к сожалению. А так бы я обязательно бы глянул бы. Так, Ниндзя Бастион. Пол игры прошли. Ну тут красавчики, мы прям... я ж встрепенулся, друзья мои. Так, увеличено на 10%. Успешная атака добивает его. Давай. Если у противника меньше 20% здоровья, но это... Да у меня и так бы атака его бы бомбанула. Время очистить разум и исцелить тело. Блин, ну не все. Он не все исцелил, ребят. Чуть-чуть буквально. Ладно, я думаю, мне хватит. Мне надо что-то такое, чтобы восстанавливало здоровье мне. Ну. Ать! Засыха. Да чтоб тебя, а. Да ты достал меня своими подсечками-то уже, а. Будем по ногам ему бить. Это что такое сейчас было? А что у меня красные какие-то? Красные ручки у меня. А, во время щита... А, у него 20% здоровья осталось. То есть я его... Да, понял я. Каждые секунды атака пробивает блок и наносит 20% урона. Давай возьмем. То есть сейчас я пошел по древу Крита. Древо Крита. Это новая, ребята, шаолинская школа. Нормально, кстати, нормально. Иди сюда, еще глаза дай. Да, блин, рейчик. Не, ну нормально. Да влупи ты ему так. Вот, правильно, пятку ему разрубил пополам. Нормально, будет знать засранец, куда пятки свои сувать. В носках нестиранных, к тому же. В носках нестиранных, блин. Страна непуганных идиотов. Я был к этому готов, ребят. Я, блин, не был я готов к этому. Смотри, как мутузит меня. Да ты что за сыха делаешь, а? Ты посмотри, она, главное, блин, до меня достает, тварь, блин, а? Своими вшивыми клинками, такие же, как у меня, блин. А я до нее достать не могу, блин. Оборзела, блин, совсем, что ли, дура. Достала в корень, блин. Это, блин, перед сенсеем они мне тут устраивают. Когда хильнемся? Почему не дают мне на хил, блин? Бесит аж. Все, иди засыха нафиг отсюда. Че, еще жива, что ли? Фух. Блин, ну... Не дают мне на хил, ребят. Ну вот опять, ну че я сейчас сенсей? Ну как я буду драться тут? Каратист вшивый. Ты все еще считаешь, что я могу превзойти своего учителя? Наивно. Я не считаю, я должен превзойти его. А что это? Я расслабился-то, дуралей. Неплохо для разминки. Ребят, не расслабляемся, блин. Я за тобой прыгать не собираюсь. Ать, сейчас накумарит, ребят. Я боюсь его нафиг. Мне нужен щит. А, нет, что тебе? Я тебя не узнаю. Это точно тот тень, которого победил Титана и спас мир. Давай хилку срочно. Один раз можно. Это мне его все заново, да, придется бомбить? Ну да, X3. Давай, я сейчас тебе устрою. Короче, первая... Вот первая вот эта битва, он почему-то, ребят, ну как бы... Поддается мне, что ли, скажем так. Смотри, как он хорошо там взлетел. И у него сейчас жизни-то будет, ты посмотри, сколько. Ать!
Да ладно. Блин, зарядился, ребят. Да ты будешь бить-то твоего, блин. Ну неужели? Одна полоска хп, ребят, осталась. Есть! Я поддался теневой энергии, да? Знал же, не стоит прыгать за иглой. Игла, Мэй и Проныра говорили, что тебя сюда затянуло. Я похож на человека, который позволит себя куда-то затянуть? То-то же. Ну, давай вернемся в додзе. Это место, оно сводит с ума. Да, конечно, сводит оно с ума, ребят. А мне пришлось бегать туда, блин, за ним, за засранцем этим. Нравится наша игра? Да, нравится. Позже. Сенсей, ты в порядке? Вполне, хотя тень мог бы обойтись со мной полегче. Главное, что ты здесь, и никому больше не нужно лезть туда. Нужно. Игла все еще там. И это значит, что где-то там... Там же и Орден Ассасинов. Я обязан выяснить, что они замышляют. Там у меня было, возможно, видение. Не знаю, что именно произошло, но в тот момент я был уверен, что стал частью чего-то большего. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного, и это настораживает. Я прошу тебя выяснить, что происходит, мой ученик. Орден менялся и становился сильнее, но Рысь понимал, что время на исходе. Если предмет экипировки не перековать, он станет намного сильнее. Я научу тебя. Научи меня. Так, а нафиг мне ковать, если у меня тут... Ну давай шляпу, например. Ну, максимальное улучшение, допустим. Так, тут... Подожди. А, тут... Подожди, тут четвертый. Ну да. А вот если эти, смотрите, 93, а эти... Ну, понятно. Кузница, ёк-макарёк. Вот как. Посмотри на параметры, насколько они выросли. Я понял теперь. И еще я могу ее улучшить. Ядрен, матрен. Ну я теперь все, друзья мои. Дружище, в фонаре накопилось золото. Люди благодарны тебе за покой и защиту. Не стесняйся, забирай. Проныра, ты слишком добр. Давай, заберу. Так, глава вторая, да, у нас тут пошла. Мы еще не прошли пока. Ну и что? А, награда... Нет, это награда за первую покупку. Блин, хоть VPN иди включай, твою налево, а. Так, подожди, он сказал бесплатно. А где? Бесплатно нету ничего тут, ребят. Нету тут бесплатно ничего. Дополнительная награда. Забрать. А, вот. Накопленный бонус. Блин, бесплатно. Надо будет VPN потом включать. В следующий раз зайду, VPN включу. Ну что, ребята, бой. Глава вторая. На острие. Сенсей спасен, но игла скрылась. Она наверняка знает, что происходит, и задача тени найти ее. Так, это мы уже видели. Ну что же, опять же 10 поединков, друзья. Сейчас мне тут наваляет звездюлей. Ну что, сосунок, все, потерял ты свои трахобурки. Теперь будешь получать от меня нежный пинок под зад. Я сказал, нежный пинок. Ладно, придется ему немножко, ребята, скальпель снять.
Сейчас, оп, как он мне с локтя, ребята, а? Как он мне, гаденыш, с локтя-то зарядил в ухо. Да, было красиво. Критическое попадание включает ауру огня на 5 секунд. Давай глянем. Интересная какая-то штука. Так, еще один ниндзя. Ну, крит же был, почему... Слушай, засранец. Ай, во. Посмотри на него, а. Есть, скальпель снял. Так, урон плюс 10. Вот крит урон, это хорошая, ребят, штука. Не, вот это я возьму, чтобы не падать. Блин, сила тигра. Урон плюс 10%. Блин, хорошие вот эти штуки. Но это надо, ребята, VPN включать. Так, третий поединок. Насколько я понимаю, ребят, здесь будет всегда по 10 поединков, да? Ого! Она еще и горит. Завалил засыху прямо в уголке там. Так, крепкое здоровье. Ну, крепкое здоровье придется брать. Ну, офиг ли, ребят, делать еще, если у меня ну, с этим проблемы. Блин, почему нету пира или еще там чего-нибудь, как вот в тот раз? Почему? Прикинь, я вот с тобой... Вот мы перековали этот... Шматье, да? Я думал, что мы будем сейчас с тобой повелители бездны, блин. Но, судя по всему... Мы повелители толчков. Судя по тому, что сейчас со мной тут делают. Ну! Есть. Сверху просто это рукояткой топора. Что тут у нас? Кажется, черт попадание в блок пробивает его с 20% уроном. Там можно еще рерол сделать, я только сейчас заметил. Ниндзя-разрушитель. Но тут я чувствую все, я всосал. Эй, лежу, балдею, друзья мои. Я не буду. Я не буду. Ты продолжаешь не жалеть себя. Если эта динамика продолжится, то грядущий ты встретишь травмированным. Грядущий что? О чем ты говоришь? Из твоей библиотеки я могу наблюдать за многими событиями, но мои возможности не безграничны. То есть ты не знаешь? Я знаю, что недооценка способности иглы может привести к провалу. Советую выработать стратегию борьбы с ядами. Яды? Значит, понимаем, что в честном бою у нее нет шансов. Значит, боится. А тот, кто боится, уже проиграл. Ребят, нам намекнули. Нам намекнули с тобой на что? Про яды. Она будет использовать яды. Коварная швабра, а? Мне надо что? Мне надо, наверное, урон, друзья мои. Как-то урон вкачивать. Ну и защиту, понятно. Так, друзья мои, я думаю, что на сегодня, пожалуй, мы закончим эту серию. Вы пишите свое мнение, как вам игра, поперла, не поперла. Будем дальше играть, не будем. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.